Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Снимаю экшен камеры Dicam 450 с электронным стабилизатором. Так, сейчас я затарился здесь. Сейчас зайду в пятерочку. Давно здесь не был, наверное. С весны не был здесь. Вот. Сейчас затаримся в пятерке и домой. Вот, немного подышу здесь. Еще смотрите, листва еще зеленая стоит. Трава тоже зеленая. Здесь, наверное, тепло, или теплотрасса проходит, скорее всего. Может быть, вот. Подышать надо чуть-чуть. А то дома кислорода никакого нет. Одна пылища только. Тут я, блин, простудился, блин. Сейчас набрал разных этих таблеток. В одну аптеку попросил антибиотик. Ни хрена не дала. Вторая дала. Правда, не так много. Ну, дала. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Иду шагом. Не знаю, как сглаживает эту толчки. Вот, смотрите, листва еще зеленые. А уже конец. Сегодня 24, наверное, сентября, этого октября. Вот, и трава зеленая. Вот. Ну, в принципе, тепло здесь. Вот что-то красный боярышник, наверное, скорее всего, здесь есть. Что-то вот здесь вот насыпалось, наверное. Боярышник, да, красный. Я помню, у нас возле школы рос черный боярышник. Черный он более-менее вкуснее. Вот видите, сколько боярышник накапало. Вот здесь все ходят с смартфонами, что-то снимают или разговаривают. Вот такие дела. Ну ладно, пойду сейчас на пятерочку. Вот. Ну, решил поснимать что-нибудь на улице, а то дома сидишь, нечего даже снять. Травка зелененькая такая. Вон гульки ходят, гуляют. Вот, а здесь дом никак не сделает. Вон, штукатурка подлетала. Вроде делали капитальный ремонт. И уже здесь дом был кирпичный, красный. Ее отштукатурили. Вот, отштукатурили. И все эта штукатурка слетела. Видимо, надо было на эту самую набивать сетку или делать деревянную обрешетку. Кирпичу плохо. Или что-то, какой-то клей надо добавлять в эту побел, в эту штукатурку. Клей надо делать. Так, ну все. Подписывайтесь на мой канал. С вами канал «Все для огорода». Сейчас иду в пятерку. Вот. Солнышко светит. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Так, народу уже как прибавился. Как прибавился народ примерно 2000. И потом резко начал прибавляться. Это, конечно, хорошо. Теперь я буду делать на другом канале. То есть, а то этот канал тоже забросил уже 17 октября. Тоже надо будет туда что-то снимать, какие-то ролики, что-то делать. Так, ну ладно, я здесь приобрел экшн-камеру вторую. Digma 450. Будет две камеры. Ну, на всякий случай. Бывает, батарейки как бы крякаются. Можно за одной и в другую воткнуть. Или просто тое снимать. Вот. На перемену. Чтоб здесь все-таки 1000 мАч аккумулятор. Вот. И стабилизатор стоит. Правда, электронный, но не оптический. Но я думаю, электронный даже лучше. Что-то фасадочный. Получил от меня подарок Digma 114. Прошу ему, сделай видео. Уже 2 месяца прошу, сделай видео. Молчит, нифига, как будто, знаете, вот такие люди бывают, что эти от меня какие-то призы получают, а потом просишь их сделать видео, а говорят, а нам некогда, мы типа работаем, блин.
Ну ты же решил, наверное, больше не буду разыгрывать никакие призы. Нахрен надо. Здесь как бы тратишь деньги, посылаешь. Также потом надо купить, потом надо отправить. По почте и сбор надо все это заплатить. И люди вроде как игнорируют, ни хрена не присылают видео даже свои. С этих экшн-камерах или видеорегистраторов, которые от меня как бы получили в подарок. Вот, поэтому что-то больше не буду тратить деньги, нахрен нужно. На все эти розыгрыши я не вижу толку. То есть люди получают бесплатно, да еще я почтовый сбор отплачиваю. Нахрен надо. Больше, наверное, не буду проводить разные розыгрыши. Все, закончим на этом, с этими розыгрышами. Вот. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.